У Арской межрайонной прокуратуры было установлено, что заявитель обращался с заявлением в Управление социальной защиты и семейной политики области с просьбой выдать ей удостоверение ветеран Великой Отечественной войны, как труженику тыла. Заявителю был направлен ответ, что выдача удостоверения отказана по причине отсутствия соответствующей записи в трудовой книжке и рекомендовано для решения вопроса обратиться в суд. Комиссии по назначению пенсии при исполнительном комитете Уварского совета народных депутатов заявителю установлен трудовой стаж в колхозе «Верный путь» с 1 июля 1944 года по 1 января 1950 года, в том числе в период Великой Отечественной войны с 1 июля 1944 года по 9 мая 1945 года. С учетом указанного, заявителю период работы в бывшем колхозе «Верный путь» был засчитан в страховой стаж и установлено повышение пенсии. Государство Российской Федерации факт работы заявителя в годы Великой Отечественной войны в правоотношениях пенсионного обеспечения признало, а соответственно данный факт не может не признаваться в правоотношениях, связанных с присвоением звания ветерана Великой Отечественной войны. Прокуратурой в суд было направлено заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, установить факт работы заявителя в колхозе «Верный путь» в годы Великой Отечественной войны. Заявление рассмотрено. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов для рубрики «В рамках закона».